В центре Москвы убийство. Убийство бизнесмена. Бизнесмен, кстати, из Дагестана. Смотрим. А вам живой, нет? Там голова вертится. Ну, вам было просто плохо, по-моему, нет? Да нет, живой, живой. Живой он еще. Живой, живой. Как будто 90-е никуда и не уходили. Бизнесмен из Дагестана в центре Москвы. На белом рейндж-ровере. Белый рейндж-ровер, кстати, номер 007. Убит. 4 выстрела и скончался в больнице. Но это ни в какие ворота не лезет. 21 век. Подписывайся на канал. Дальше будет только интересней.